Всем привет! Хочу оставить свой видеоотзыв о своей новой покупке из интернет-магазина Naomi 24. Это вот такой вот красивый гель-лак Couture Color. Это лимитированная коллекция. У меня номер 11. Он такой, как бы, я бы назвала не то терракотово-оранжевый, не то кирпичный цвет. Цвет очень красивый. Вот он у меня есть покрыт матовым топом и обычным классическим. Вот, покупала я их вот так вот, то есть я их иногда сочетаю в маникюре, вот такие вот цвета. Наносятся они классно, в один слой уже яркий насыщенный цвет, то есть в принципе второй слой никогда не нужен. И сейчас я покажу, как он выглядит в флакончике, какая у него консистенция. И нанесу его на типсу, чтобы вы видели. Такой, довольно плотненький, мы сразу это видим. Сейчас я нанесу его на типсу. Эти гель-лаки можно наносить смело в один плотный слой. Они просыхают, ну вот у меня, допустим, LED-лампа мощностью 9 Вт, и он там просыхает. Все еще зависит от качества лампы. Потому что я свою крошечку покупала по цене, вот как большие лампы стоят, да, то есть она была дороже, чем большие массивные лампы мощностью по 36 Вт. И отправляю в эту лампу на 30 секунд. Прошло. Вот он у нас подсох, он не скукожился, вот так вот он выглядит в один плотный слой. Поэтому это классно, потому что очень быстро ими работать. И вот, покажу еще раз. Здесь он у меня покрыт матовым топом, это у меня топ от Edlene. Он также есть в интернет-магазине Naomi, я его также там покупала. Цвет очень красивый, мне очень нравится. Такой вот он осенне-зимний. Ну, то есть, в принципе, коллекция лимитированная. Я рекомендую попробовать. Носятся они хорошо. То есть проблем с ними никаких не возникает. Наносятся они тоже очень хорошо. Ими очень удобно работать. Надеюсь, мое видео помогло определиться вам с цветом. И, в принципе, вы видели, какого качества эти гель-лаки. Они действительно крутые. Всем рекомендую. Всем пока.